Всем привет! Мне бы хотелось сказать пару слов о том, что я сейчас испытываю внутри себя, какие у меня есть эмоции после вчерашнего теракта в Москве в Крокус-Сити-Холл. Мы находились в башне, в Сити, и тоже думали, что сейчас могут дальше приехать и взорвать башню. Это были очень сильные переживания, когда только люди начали переглядываться между собой, это все. В итоге каждый таксист, каждый человек на улице, все смотрят друг на друга. Я хочу сказать одну вещь. Во-первых, огромнейшие соболезнования всем. И для нас это реально достаточно сильное переживание для каждого из нас. И мне очень нравится, что Россия чувствует объединение в этот момент между друг другом, потому что кто-то сегодня не вернулся домой, кто-то вчера, кто-то находится до сих пор под обломками. И самое, чего мне больше всего не хватает, это моей мамы, которая умерла полгода назад. И с мамой сразу же соединяешься со своими родными, и мне прям, я чувствую, что она рядом со мной в этот момент, потому что все сейчас об этом говорят, все сейчас об этом думают и поддерживают друг друга. Так вот, моя часть, я думаю, должен сказать, я очень люблю русских людей и Россию за то, что мы в такие моменты всегда объединяемся. Мы все вместе, мы помогаем друг другу, люди сдают кровь, люди приезжают, помогают разбирать обломки. Это то, чего за границей я объездил весь мир, нету абсолютно никак. То есть все знают, что у нас самая душевная страна, у нас самые душевные люди, у нас прекрасная. То есть все знают, что Россия — это душа, и через музыку, и через все. Я очень рад быть в России, я люблю свою страну, я переживаю за свою страну, и я очень сильно рад, что мы все вместе. И только в России есть такая глубина. Когда я жил в Америке 3 года, это была пустота, вокруг абсолютно не было чувственных, настоящих людей, все было фейковое, искусственное. И так всегда хочется в Россию. И я так рад, что я сделал выбор в пользу своей страны, в пользу себя. Быть здесь до конца. Да, я уезжаю куда-то отдохнуть, там, да, все это делают. Возвращаюсь, мне здесь лучше всего. Я здесь вырос. Вырос около парка Горького, на парке культуры, ходил в школу. Но это моя жизнь. Россия — это душа. И вот эта душа сейчас, она в нас, в каждом из нас. Там мог бы быть кто угодно оказаться в этом месте. Но сейчас такое время, когда мы все должны быть все вместе. Каждый высказал свое мнение, но я чувствую прям объединение между нами, между людьми. И это самое главное. Россия — самая душевная страна. И когда начинается такая общая паника, все переглядываются, с другом разговаривают на улице. Это мы. Это Россия. И мы сильная нация, мы вообще сильные люди. И что я этим видео хочу сказать, что мы настолько душевные все. Нету такой страны больше в мире. Поэтому я люблю свою страну. И я очень сильно рад, что мы все сплотились и что мы все вместе. Мне больше добавить нечего, потому что я очень сильно переживаю, переживал. Вчера это был вечер, просто когда мы вот так вот просто не понимали, что происходит. Вы представьте, если бы они поехали дальше по торговым центрам. Мы переживали за то, что когда стреляют, люди прячутся, а потом пожар. И там то, что кто-то прячется в пожаре. И торговый центр, то есть, которым любой может быть, и что дальше будет, пожалуйста, не ходите в общественные места. Я вас очень сильно люблю. Я надеюсь, что все, у кого случилось горе, обретут покой когда-либо, потому что это невыносимая боль потерять близкого. Вот так вот. Просто чья-то мама, чей-то папа там видел женщину, убили, даже вот лежит женщина с мужчиной. И за что просто? За что? И они не вернутся сегодня домой, и это очень страшно. Я вообще против любых вот таких насильственных действий, и я считаю, что то, что мы вместе, мы сила, это даст нам еще большую силу, потому что я чувствую, как Россия объединяется. И мне очень это нравится, что мы все вместе. Давайте держаться вместе. Я вас люблю.